Вот это так называемая устаревшая модель Smooth-Q, ну и подобных моделей очень много. От новых моделей, вот таких вот как Moza Mini Mi или Smooth-4, вот эти отличаются отсутствием колеса зума. Как нас уверяют производители, колесо зума очень важно. Очень важно, да. Как говорят, да? Например, для эффекта вертига или долли зум, да, Оль, называется, да? Долли зум, да, или там хичкоковского вот этого, да, когда у нас приближается камера, этот отъезжается, и дальше это для чего? Ну, чтобы сымитировать измененное сознание человека. Так вот, друзья, когда я крутил Smooth-4 на выставке, меня этот, конечно, зум этот очень потряс. Но как только я вот как не крутил его, невозможно вот удержать, чтобы камера не тряслась. Ну, невозможно. Сейчас я вам покажу, как сделать вот этот вот эффект вертига и хичкоковскую эту штуку вот на таком, так сказать, устаревшем стабике. Если вам нужен этот эффект, вы просто немало денег сэкономите, вот просто оставаясь на нем. Итак, друзья, ну, как всегда, я работаю, если, ну, работой нельзя назвать это, да, это у меня программа Filmic Pro. Я ее поставил по настройкам, вот, Resolution, 4К, видите, да, и Filmic Extreme. Filmic Extreme – это просто, чтобы зерна не было, чтобы лучшее качество было 100 мегабит в секунду, а 4К – 4К нам сейчас пригодится. И вот это колесо зума, да, оно цифровым зумом управляет. Нам сейчас нужно сделать очень равномерное движение. И вот что я делаю? Я переключил в безразличный режим, в режим лок. И вот сейчас я наеду на Олю, она занимается своими делами, оформляет заказы на электронные стадикамы. Сейчас очень занята, мы не будем ее отвлекать. Вот. И вот я сейчас делаю тренировочные кадры. Как всегда, я очень ленив. Я не включаю кнопку записи, пока я не уверен. Вот. Раз, два, три, четыре. Вот так. Мне понравилось, ребята. И я нажимаю кнопку записи на Filmic Pro и делаю такой дубль. Оль, давай. Ну, ты работаешь и делай измененное состояние сознания. Давай. Я всё. Делаю? Так ты делай. Измененное состояние наоборот. Сознания. А как это? Как? Не знаю. Как-нибудь. Я поехали. Без звука. Давай, делай. Да что, это же... Да нет, это не наигранно. Мы сделали кадр от и до. Ставим эту штучку на монтаж и посмотрим, как у нас получится. Я предпочитаю работать в Final Cut Pro, опять же, чтобы не называть это работой. То есть мы идем в конец и поставим ключевую точку. Теперь пойдем в начало и увеличим кадр таким образом, чтобы его крупность соответствовала крупности финала. И скадрируем наше лицо, вернее, лицо нашей Оли, таким образом, чтобы оно максимально совпало с положением ее лица на финальном кадре. Я слишком заморачиваться не буду, хотя Оля и симпатичная, но хичкоковское кино мне не слишком близко. Ну, давайте поставим каше и обесцветим. Хичкок так Хичкок. Ну что ж, кадр удался, но ведь хичкоковские эксперименты по большому счету не прижились в кино. Вот такие, ну, в крайнем случае, кадры с замедлением гораздо более натуральны. Но даже такие натуральные кадры с замедлением мы очень-очень редко видим в хорошем кино. Разве только под музыку. Друзья, ну как вам эффект вертига, выполненный вот таким вот стабилизатором предыдущей модели? То есть без колеса фокусировки. Уверяю вас, если бы мы крутили колесо фокусировки, он бы не получился таким четким. А колесо фокусировки точно так же делает цифровой зум. То же самое, что мы сделаем на посте, только аккуратнее. Вот такой вот большой секрет маленьких стабилизаторов. То есть нам пытаются пиарить вот этот вот эффект вертига, который когда-то попробовал Хичкок, который, в общем-то, не применяется в кино, потому что, ну, на зрителя он не воздействует так, как следует. Друзья, на зрителя воздействует история,
пока мы с вами рассказываем средствами видео интересную историю, зрители будут смотреть. Даже если у нас язык чуть-чуть корявый, даже если мы не применяем стабилизатор, немножечко трясется картинка, тут там немножко свет не тот, да, это все шершавости языка, да, то есть. Но как часто мы слышим, если даже человек картавит, но ему есть что сказать, да, мы же слушаем его. Слушаем, потому что есть что сказать. Так что берите камеру и снимайте кино. Образовываться можно и в Ютубе. Бесплатно очень много ресурсов. И, друзья, если вы хотите быстро запустить свой проект, и вам есть что сказать, у вас есть готовый уже проект в уме, вы можете мне написать в личку. И если я смогу вам помочь, я проведу для вас индивидуальный курс 2 раза по 5 дней, то есть 2 недели. За эти 2 недели вы начнете так снимать, что будете продолжать это и без меня, с той частотой, которая требуется. А сейчас в Ютубе требуется большая частота выпуска. И еще для всех остальных я делаю курс. Курс по созданию фильма-портрета. А это самый сложный жанр. То есть фильм-портрет мы с вами онлайн пройдем, ну, не за 2 недели, подольше. Но вы начнете точно так же его снимать. Радости нам с вами и успеха. Берите свою камеру и снимайте.